В дно лесного пруда начали ввинчивать металлические сваи. Они станут опорами для пирса на зеленом пляже и мостика, который соединит два берега водоема. Будет размещено два элемента на зеленом пляже. Сейчас к работам приступили. Разбито свайное поле и устанавливают ввинчивающие сваи на объекте. И второй элемент, кольцевой, будет установлен на песчаном пляже. Все два эти элемента и два берега свяжутся мостовым переходом с пролетом более 12 метров. Эти сооружения все впоследствии будут облагорожены и соединены тротуарами. Всего подрядчику предстоит установить в пруду зоны отдыха «Лесная» 125 винтовых свай. После этого начнется монтаж надводных конструкций и благоустройство территории. В настоящее время подрядчик ведет работы по подготовке крупных элементов металлических конструкций. То есть это подмостья, это элементы, которые будут уже собираться на воде. И дальше все эти элементы будут у нас размещены на воде, огорожены металлическим ограждением. Мы планируем, что все работы, которые предусмотрены муниципальным контрактом, мы завершим до конца сентября. После сооружения на лесном пруду пирса и мостика работы по обновлению зоны отдыха завершатся. Программа реконструкции была рассчитана на 2 года и финансировалась из федерального бюджета в рамках приоритетного проекта формирования комфортной городской среды. Наталья Елистратова, Вячеслав Юртаев, телерадиокомпания «Заречный».